Друзья мои, всем здорово. Всякая всячина новинок и цена до кучи. Погнали. Значит, смотрим. Очаровательная лопатка. Да, она советская, да, она новая. Но вы видите какое-то здесь пятно. Нет, это прилипла, короче, бумага. Поняли? Ну, надо будет чуть поднатереть. И все. А что такое, ля? Новая. Еще и натереть. Всего лишь 100 рублей. Ушла, короче. Хотите, как хотите. Сковородочка 22. А, 22 сантиметра, плюс-минус. С веселящей ручкой, поняли? Если надо, 200 рублей. Подкрутили, она такая антипригарная вся из себя, царапанная. Эффекты какие-то, дефекты. Ну, ничего, короче, походит еще, если надо, забирайте. Ну, такое, ля, очки. Кто что не видит, если надо. Я не знаю, сколько тут плюсов-минусов. Вот, короче, а что его такое, ля? Чисто для прикола взяли, чтобы с собой носить, да и все. С фультляром. 100 рублей вот так вот. Ля. Раз. Ушли, короче. Далее. Вот такая ложка. Давайте, 50 рублей. Ну, настоящая сталь советского образца. Да, а что такое, ля? Вообще хорошая. Мне нравится. Сначала я себе хотел, а потом резко передумал и решил продать за такие бабки ее. Ля. Если надо. Если вы такой весь из себя модный профессор, подтяжки, ля, у нас они максимальные. Я подозреваю, это вообще советского образца подтяжки. Но они какого-то они новые, короче, поняли? Я вот смотрю на них, все абсолютно. И тут, и там, со всех сторон. Подтяжки, друзья, 300. Все, ну хочется мне 300, и я стараюсь за них, за эту ерунду получить, короче. Ля, раз, два, три, а дальше в рифму. Продолжу ты. Ля, надо? Хорошая, она новая. Смотрю со всех сторон, нигде не замызгана. Ну да, нержавейка. Ну, ля, жесткая такая вся. Хотите? 100 рублей. Такая ложка. Хотите? Новая. 125 рублей. Необычная, с дырками. Классная. А чё? Если надо. Далее вот такая. Лопатища, ля, вообще такая прямоугольная. Что она такая? Какой-то кусок металла. Зубила, что ли? Я не знаю. Ну, короче, длинная. И тоже жесткая. 125 рублей. Почему вилка дешевле? Меньше металла пошло. Далее. Ирина. Ирина наша многоуважаемая подписчица. Постоянно дарит. И мы решили ей подарить вот таких вот двух интересных... А как они называются? А я не знаю. А, это эти. Это... А что такое, я не понял. Это синичка. А это ерунда какая-то. Попугай. Ну, короче, если что, я не знаю. Ну, надо. Может, надо, я не знаю. Вам такие мелкие вещи, ля, вот так вот украсили. Но они как-то не стоят, их надо пригвоздить. Ля, уже стоит. Как у молодого, ля. Ты шо, и второй. Надо вот так вот. Для красоты можно будет вам там, короче, ля, вот так вот раз. И вот так вот два. Два Василя. Опа. Упор лежа. Все дела. Заценили? Все для вас. Вот так вот. Дарим, короче. Придачу, короче. Да. Далее. Пепельница. Если хотите. Да что такое? Что не срабатывает уже? Друзья мои. Ля. Что он притормаживает? Пепельница. И она такая, знаете, края все очень мягкие такие, со всех сторон. Не то, чтобы там они режут, колят, да? Оно такое вот необычное. И всего пепелка, полтинничек, чисто ушел, короче. Фу, поскакал, короче. Ля, для декора, фэт, троечка, если надо. Чисто конкретно, чисто для вас. 300 рублей всего лишь, друзья. Ради только этого можно уже подписаться и поставить дизлайк. Ой, лайк. Ля, вот так вот раз, вот так вот два, подставка три. Все, книгу поставили, планшет, телефон, все, без разницы. Что хотите, удобно, красиво. А самое главное, цена для советского образца, друзья. Она такая внешняя, вообще смотрится просто идеально. И я так понимаю, ля-ля, туда-сюда, 200 рублей. Да, друзья, кстати, никто не помнит, кто новенький. Я напоминаю, в нашем с вами магазине можно торговаться. Да, на все тут дорого. А если дорого,
А если дешево, то попрошу накинуть. Ля. Советская, 86-й год, новая абсолютно. Открытка, не поверите, цена будет вообще копеечная, чисто для вас. Все тут такое гладенькое, новое. Ля, мир труд май, короче. Вот так вот все написано. 100 рублей, поняли? Фу, ушел, короче. Далее, такой слон. Хотите? Что, не? Ну, как хотите. Слон это символ богатства, силы, мужества, членства, семейства. Ну, короче, много всего перечислять не буду, но тут, тем не менее, список не закончен. 1250 рублей. Так получилось, он весь целый. Смотрю на хобот целый, на хвост целый, уши целые, большие. Все сделано максимально грамотно. А что такое, я не знаю. Хотите? Забирайте. Ну, конечно, конечно, поторговаться, ты шо, ля. Вообще удивляюсь с этой все штуки, ля. Шляпа, короче, поняли? Все, ля, раскрутили, чик, раз, туда-сюда, ля. Сидите, короче, ля, загорайте. А, помню, напоминает мне это наша прихожанка, которая чисто конкретно делала типа возврат. Ля, это ее шляпа, наверное. Одна шапка только и осталась. Ну ничего, ничего. Хотите? 50 рублей. Ушла, короче. Далее. Я вот этой вообще поражаюсь. Просто вот смотрите. Ваза необычайной красоты. И цена, кстати, будет такая же. Она советская. И вот эти вот дырочки, гляньте. Они сделаны настолько интересно, настолько максимально гламурно, что вам просто надо прийти для того, чтобы идентифицировать мои ля-ля справлялова. Почему? Потому что все, что я говорю, может быть, что-то преувеличиваю там. Ты шо, ля? На самом деле она ни о чем. Поняли? А может наоборот? Ну, короче, все такое, ля. 400 рублей. Я чисто хочу за нее рубануть. Поняли, ля? Хорошая. А сколько в диаметре, вы спросите? Да давайте так на скидку туда-сюда. Раз, два, три, кручу мячу. А? 18 см. Поняли? Хотите, ля, кружка такая новая? 100 рублей всего лишь. Эмаль, советская. Небольшая, ля. Хлебать с нее вообще будет в самый раз. Вот это надо. Ля, раз, хоп, со всех сторон. Но есть небольшой нюанс. Вот здесь на крае... хвоста, ничего не вижу. Ну, как хотите. Ничего не вижу, потому что камера передает. Не видите, да? Ну, все, лянь, там, короче, там щербинка. Вон они. Ля, вы можете увидеть уже. Видали? Короче, вот это все ерунда. Всего лишь, а давайте, я не знаю, там, хочу 200 рублей, все. Что хочу, то и получу. Поняли? Ля, вот такая штука надо. Она кожаная, советская. На ремень одевается. Не для мобильного телефона, а для чего? Зажигалка. Ля, тынь. Хоп, раз. Но вот это не работает. Поняли? Надо будет сделать. Короче, хорошая вещь. Всего лишь. А что такое? Кожа. Ля, 100 рублей. Мелочь. Вы же хотели. По мелочевочке. Крупно тяжело покупать. Я понимаю. Все для вас. Все. Мы же все. Мы же интеллигентные люди. Ля. Для двоих. Хопа, раз. Все поставили. У вас душевная обстановка. Это какой-то типа мельхиор, поняли? А может просто железяка какая-то современная. А я не знаю, додумывайте сами. Сидите, смотрите и понимаете. Есть время. Зайдите, посмотрите в интернет. С такими вопросами ко мне не обращаться. Что это такое? Откуда я знаю? Я знаю только цена. 900 рублей. Что там? Ушла, короче. Надо ваза вот такая. Ля. Хопа, раз. Она в идеале, короче. Я такую смотрю на нее. И необычная она. Смотрите, какие тут красивые. Это из новинок, друзья. А тут думаю, сейчас черпанул с полки, ля. Ты шо? Как вы можете такое думать? Мы же к вам с добрыми намерениями. Поняли, о чем я? Все, работаете. Все, что нужно заказывать, это можно бронировать в комментариях. Вот это шляпу эту, да тоже. Хотите, можете на Viber. Хотите, можете по мобиле просто. Но по мобиле то такое. Не всегда бывает... можем взять трубку, поняли, скажем так, работы валом, поняли, а вазочка всего 300 рублей за необычную, в диаметре, а хорошо, что там, 12 сантиметров, она ваша. Далее, барометр, друзья, для максималочки, если хотите, гляньте, со всех сторон советский, и я чисто вот, вот для вас вообще ничего, не жалко, 1200 рублей, и он будет стоять в вашей хате. Ну, или где-нибудь. Мне без разницы, куда вы его поставите. Но он интересный. Ля, они тут и тут. Смотрите, как вот так. Градусы показывает. А не знаю, погоды нету здесь. Но если хотите.
четкие градусы показывают. У нас в хате 5 градусов. Да, все. Тепла всего лишь. Ля, вот эта штука 800-ваттная. Это специальная вещь, которая предназначена для просушивания. То есть вы делаете сушку для овощей, фруктов, без разницы. Там будет дырка. В эту дырку вы сунете вот этот вот сушитель, поняли? Все, у вас есть таймер. Вы таймер запускаете на сколько-то минут? 30 минут. Максималка, походу. Включаете 30 минут. И она как часики, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Когда дойдет до кондиции, она должна просто вот так вот сделать. Не отчеркнут, как в микроволновке. Но тем не менее, если хотите, я вам ее вот так вот чисто 500 рублей, потому что она новая. Ну, если хотите, все. Типа фена. Но это фен, это лучше фена. Фена лучше. А я не знаю, может хуже. Но тем не менее. Короче, друзья, все это дело вы можете забронировать. Если, конечно, вам надо. Если кто-то посчитал, что это просто так, то просто так. Если кто-то кому-то, ну поняли, о чем я. Если кто-то хочет прийти к нам в магазин, то зайдите в описание к ролику, потому что у вас будет до того, как прийти в магазин, масса вопросов. А шо, где я, коли, це я, туди-сюди. Поняли? Все в описании к ролику. Туда зашли к ролику, не к ролику, а к видеоролику. Поняли? Все, работаем, короче. Всем пока.